Мужчина выращивал у себя дома марихуану. Полицейские изъяли у него около 1,5 килограммов наркотического средства и 430 кустов конопли. А еще задержанный уверял оперативников, что случайно нашел и забрал себе ружье, которое якобы просто так валялось на улице. Ружье нашел. Где нашли? На улице валял. На улице валял. С какой целью храните дом? Ну, это может пригодиться. Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в крупном размере и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.